Пятигорске под председательством полпреда Александра Хлопонина прошла очередная встреча с представителями иностранного бизнеса, проявляющими интерес к инвестпроектам в СКФО, в том числе в Кабардино-Балкарии. В разговоре участвовали глава КБР Арсен Коноков, гендиректор корпорации развития Северного Кавказа Антон Пак, потенциальные инвесторы из США. Основной темой обсуждения стали приоритетные проекты в Кабардино-Балкарии. Мы прежде всего аграрный регион, и именно в этой сфере сегодня идет активное внедрение инновационных технологий, отметил на пресс-конференции уже после встречи Арсен Коноков. Заложено более 1000 гектаров интенсивных садов, урожайность которых в 5 раз выше обычных. Кроме того, с участием иностранного капитала сейчас реализуется крупный проект по производству чистых полимеров. Здесь партнерами выступают швейцарские, японские и немецкие компании. Касаясь развития туркластера, Арсен Коноков напомнил о недавнем визите руководителя госкорпорации курорты Северного Кавказа Ахмеда Билалова, с которым глава КБР объездил будущие свободные экономические зоны. Антон Пак, в свою очередь, заявил о заинтересованности иностранцев в реализации в Кабардино-Балкарии проекта «Северокавказский горный клуб». В его рамках предполагается развивать экстремальный приключенческий и экологический туризм. На начальном этапе запланировано строительство высокогорных приютов для альпинистов на склоне Эльбруса, сказал Антон Пак. Первая гостиница на 48 мест появится на высоте более 4000 метров. И в июне-июле будущего года мы уже сможем принять туристов, отметил он. Только на первом этапе в проект будет инвестировано более 200 миллионов рублей, в дальнейшем более 1 миллиарда. Предполагается создание единой инфраструктуры обеспечения путешествий от аренды техники до запуска информационного интернет-портала. Арсен Коноков добавил, две канатные дороги на Эльбрус уже действуют, ведутся переговоры с КСК с тем, чтобы достроить третью очередь. И тогда вместе с новой гостиницей это будет законченный цикл для восхождения на Эльбрус. Глава КБР рассказал и о проектах, которые в ближайшие дни республика представит на инвест-форуме в Сочи. Наибольший интерес вызвал у инвесторов проект свободной экономической зоны промышленно-технологического типа «Плана».